Мастер-класс сразу трех чемпионов мира по грэпплингу прошел в Избербаше. Секретами своего мастерства делились представители спортклуба имени Абубакарова. О том, как провели осенние каникулы дети из клуба «Боец», расскажу вам в следующем сюжете. Небольшой экскурс в программу, легкая разминка и полтора часа кропотливой работы. В клубе «Боец» сегодня очередной мастер-класс. Прежде к местным воспитанникам приезжали Рамазан Эмеев и Рашид Магомедов, а также другие известные бойцы. А самые частые гости здесь – спортсмены столичной академии имени Абубакарова, филиалом которой и является клуб в Избербаше. Мне всегда приятно участвовать на таких мероприятиях. Я всегда рад принять участие на таких мероприятиях, потому что они берут пример со старших, и их это мотивирует. Дает им какой-то стимул выступать, бороться, доказывать. Я сегодня им показал свои излюбленные приемы, которые я применяю в борьбе сам, уже проверенные приемы. И они удивительно легко и быстро их применяют. Я показывал и давал им повторить. И они, были какие-то ошибки, недочеты, но мелкие, сразу быстро выхватывают. Спортивному клубу «Боец» всего 5 лет. Тренировки здесь проходят несколько смен. Увидеться с чемпионами пришли практически все воспитанники. Однако зал площадью 150 квадратных метров едва вместил всех желающих. У всех желание есть, да, посмотреть, поработать, послушать, да. Но одни сидят, одни смотрят. Это тоже уже большой плюс для них. Каждому ребенку свой подход. И этих подходов не все же одинаковые дети. Тяжелые дети. Подход, когда знаешь, легче бывает тренировать. Мы в основном сборная, молодых. И уже знаю, как с ними работать, уже легко. На осенних каникулах у детей была насыщенная программа. Отдыхая от учебы, они успели полностью погрузиться в спортивную жизнь. В эти дни у них завершается тренировочный сбор по грэпплингу под руководством чемпиона мира Магомеда Тимеева. Тренировки проходили 3 раза в день, 10 дней подряд. Подтягивали партер. Болевые приемы, удушающие. Надеюсь, полученные навыки в этих сборах помогут им в дальнейшем выступать по боям, по грэпплингу. К дебютному в карьере профессиональному бою готовится воспитанник клуба Магомед Мурат Абакаров. К этому поединку он шел очень долго, готовился упорно и хочет порадовать своих близких уверенной победой. Тренируюсь, я начал тренироваться в этом зале уже 4-й год. Начинал с моим тренером. Атаем. Мне в основном нравится этот вид спорта. Работа, не только, например, борьба. Можно разносторонне развиваться. Стойка, борьба, грэпплинг, все вместе, когда можно, более интереснее. После завершения основной части мастер-класса ребятам представилась возможность пообщаться с чемпионами. Дети интересовались, чем питаются профессионалы, как они отдыхают и где планируют выступить в будущем. Ближайшим стартом спортсменов станет очередной чемпионат мира по версии ACB. Он пройдет в декабре в Москве. Хочу пожелать вам, в первую очередь, здоровья. Занимайтесь и радуйте своих близких, тренера радуйте. Как тренера и родители ваши, никто не радуется за вас. Почетных гостей клуба «Боец» не оставили без внимания. Спортсмены получили благодарственные грамоты и кубки. Завершилась встреча фотосессией на память. Курбан Рагимов, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Избербаш.